Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Немецкий язык по плейлистам с нуля». Мы с вами продолжаем наш плейлист. И далее давайте берем конструкцию с притяжательным местоимением. Конструкция «это есть это». Эта конструкция есть единственное число «does ist». «Does ist». Например, «это мой гость». «Does ist мой гость». Как будет «гость»? Смотрите, «мой гость». «Mein Gast». «Mein Gast». Видите? Gast – это гость. И также, видите, указываю здесь, какой род. Mein Gast. Получается, das mein Gast. Das mein Gast. Это наш гость. Это das ist наш гость. Значит, помним, видите, что мужской и средний род – это unser. Unser. Получается, das ist наш unser гость, гаст. Das ist unser Gast. Если множественное число это, то тогда конструкция уже das sind. Das sind. Например, это наши гости. Это наши. Во множественном числе, видите, значит, помним, что форма совпадает с женским родом, будет unsere, unsere. Das sind unsere гости. А вот наши гости, видите, unsere Gäste, как Gäste, unsere Gäste. Отлично. Да, сами также это напишем. Das sind unsere Gäste. Это наш друг. Это das ist наш друг. Еще мужской род, поэтому будет unser друг Freund. Das ist unser Freund. Это наши друзья. Это das. Видите, множественное число, поэтому sind наши unsere друзья, Freunde. Das sind unsere Freunde. Это мой компьютер. Это das ist мой компьютер. Mein Computer. Это мужской род, поэтому mine. Das ist mein computer. Это мой отец. Это das ist мой. Mein отец. Vater. Das ist mein Vater. Это мой друг. Это das ist мой друг. Mein Freund. Das ist mein Freund. Это наша школа. Это das ist наша школа. Женский род, поэтому будет unsere и школа Schule. Das ist unsere Schule. Это моя семья. Это das ist моя семья. Meine Familie. Das ist meine Familie. Видите, уже легче стало, какая-то уже легкость появилась. Отлично, это очень действительно часто встречающаяся конструкция. Это, когда мы кого-то представляем или говорим, повторим. Das ist mein Gast. Das ist unser Gast. Das sind unsere Gäste. Das ist unser Freund. Das sind unsere Freunde. Das ist mein Computer. Das ist mein Vater. Das ist mein Freund. Das ist unsere Schule. Das ist meine Familie. Это моя комната. Это. Das ist моя комната. Смотрим, как будет комната, видите? Mein Zimmer. Mein Zimmer. Видите, Н, значит, нейтральный, средний род. Mein Zimmer. Получается, das ist моя комната, mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Это наша комната. Это das ist наша комната. Наша. Unser. Комната. Zimmer. Das ist unser Zimmer. Это ее комната. Это das ist ее
комната. Ее комната. Значит, смотрите, вспомним. Видите, она – это «зи», они тоже «зи». Формы, видите, одинаковые. Но комната. Значит, в немецком языке, видите, «н» – средний род «цима». Поэтому просто используем обычные формы. Видите, здесь получается «ihr». Значит, это ее комната. «Das ist ее ihr комната «цима». «Das ist ihr Zimmer». Это твоя комната. Это. Das ist твоя комната. Хотя, опять же, это средний род, поэтому dein Zimmer. Das ist dein Zimmer. Далее вежливая форма вы. Это ваша комната. Это. Das ist ваша. Ваша, видите, форма здесь такая же, только с большой буквы. Вот она форма, то, что нам нужно. Это ihr. Ihr. Получается, das ist ваша и комната Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Хорошо. Это его отец. Это das ist его отец. Его sein отец Vater. Das ist sein Vater. Это ее мать. Это das ist ее мать. Ведь ее женский род, поэтому будет ihre мать Mutter. Das ist ihre Mutter. Это его мать. Это das ist его мать. Ведь его. Это sein. Но это мужской и средний род, а его женский – это seine, seine. Получается, das ist seine мать Mutter. Das ist seine Mutter. Это ее отец. Это das ist ее. Ведь ее. Если мужской род, то это получается ihr, ihr. Das ist ее отец, ihr Vater. Das ist ihr Vater. Это ее подруга. Это das ist ее. Ведь подруга женский род, поэтому получается ihre подруга Freundin. Das ist ihre Freundin. Das ist mein Zimmer. Das ist unser Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Das ist dein Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Das ist sein Vater. Das ist ihre Mutter. Das ist seine Mutter. Das ist ihr Vater. Das ist ihre Freundin. Хорошо. Это его друг. Это das ist его друг. Sein друг Freund. Das ist sein Freund. Это моя собака. Это das ist моя собака. Как это сказать? Mein Hund. Mein Hund. Видите, оглушается. Придется моя собака, mein Hund, моя собака. Видите, M, мужской род. Хорошо. Das ist моя собака, mein Hund. Das ist mein Hund. Это моя кошка. Это das ist моя кошка. Кошка – женский род. Потом, видите, получается meine Katze. Meine Katze. Моя кошка. Das ist meine кошка Katze. Das ist meine Katze. Это их ребенок. Это das ist их ребенок. Видите, они.
это sie, их форма, но ребенок. Видите, это das Kind, средний род, поэтому ihr. Получается das ist их ihr ребенок Kind. Das ist ihr Kind. Это их дети. Это, видите, множественное число, поэтому ist, когда будем они, меняется на sind. Das sind их дети. Множественное число, поэтому ihre, дети, kinder. Ihre kinder. Видите, обратите внимание, здесь оглушается, видите, sind, kind, а здесь просто как d, kinder, kinder. Das sind ihre kinder. Это ее сын. Это das ist ее сын. Мужской род, поэтому ihr сын, Sohn. Das ist ihr Sohn. Это ее дочь. Это das ist ее дочь. Ее женский род, видите, дочь, поэтому ihre дочь, Tochter. Das ist ihre Tochter. Это его машина. Это das ist его машина. Sein Auto. Das ist sein Auto. Это наша квартира. Это das ist наша квартира. Квартира. Видите, женский род. Поэтому будет unsere Wohnung. Unsere Wohnung. Das ist наша unsere квартира Wohnung. Das ist unsere Wohnung. Это наш учитель. Это das ist наш учитель. Мужской род unser учитель Lehrer. Das ist unser Lehrer. Повторим. Das ist sein Freund. Das ist mein Hund. Das ist meine Katze. Das ist ihr Kind. Das sind ihre Kinder. Das ist ihr Sohn. Das ist ihre Tochter. Das ist sein Auto. Das ist unsere Wohnung. Das ist unser Lehrer. Это его учитель. Это das ist его учитель. Его sein учитель Lehrer. Das ist sein Lehrer. Это его учительница. Das ist его. Ведь учительница это женский род, поэтому будет seine и учительница. Добавилось in, получается Lehrerin. Das ist seine Lehrerin. Это мой тренер. Это das ist мой тренер. Давайте посмотрим, как это сказать. Видите, mein тренер, trainer, trainer. И часто опять же говорят как г, trainer, trainer, trainer. В принципе, похоже на английский trainer, trainer. Mein trainer, mein trainer. Мой тренер. Хорошо. Как trainer, trainer. Das ist мой тренер. Получается, mein тренер, trainer. Das ist mein trainer. Это наш тренер. Это das ist наш. Это unser тренер, trainer. Das ist unser trainer. Это его тренер. Это das ist его. Видите, мужской род, поэтому sein
тренер, тхэна. Das ist sein Trainer. Это твой дом. Это... Das ist твой дом. Понял, что дом – средний род, поэтому получается dein, дом, house. Das ist dein Haus. Далее обычная форма «вы». Это ваш дом. Это... Das ist ваш дом. Значит, ваш. Видите, форма. То есть ihr, то есть это вы, а ваш дом это euer. 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 Видите, здесь еще важно не запутаться в правописании. Видите, что вот эта буква между двумя вот одинаковыми буквами. Видите, это тоже очень важно. Давайте с вами как раз напишем. Получается euer. Euer, дом, house. Das ist euer Haus. Далее используем вежливую форму «вы». Это ваш дом. Это das ist ваш дом. Ваш. Видите, вежливая форма. Если средний род, получается ihr. Ihr. Das ist ваш ihr дом. House. Das ist ihr Haus. Это их дом. Это das ist их дом. Видите, они и она, форма совпадает. Это, видите, форма ihr, ihr. Ну, конечно, с маленькой буквы. Получается das ist их ihr дом Haus. Das ist ihr Haus. Это мой университет. Это das ist мой университет. Университет. Женский род. Видите, в немецком. Поэтому получается, видите, meine, meine Universität. Meine Universität. Хорошо, давайте это попробуем правильно написать. Das ist мой Meine Universität. Universität. Das ist meine Universität. Это ее школа. Это das ist ее школа. Ее школа. Видите, школа женский род, поэтому ihre школа, Schule. Das ist ihre Schule. Видите, мы смотрим, что женский род именно не на ее, а именно на про то, что говорим Schule, то есть именно на это слово. К примеру, это ее брат. Это das ist ее. Видите, а это уже мужской род, брат. Поэтому ihr и брат Bruder. Das ist ihr Bruder. Отлично, повторим. Das ist sein Lehrer. Das ist seine Lehrerin. Das ist mein Trainer. Das ist unser Trainer. Das ist sein Trainer. Das ist dein Haus. Das ist euer Haus. Das ist ihr Haus. Das ist ihr Haus. Das ist meine Universität. Das ist ihre Schule. Das ist ihr Bruder. Это мой билет. Это das ist мой билет. Mein ticket. Das ist mein ticket. Помню, что мужской средний род это mein. Das ist mein ticket. Это мои билеты. Они. Поэтому das sind мои билеты. Meine билеты. Tickets. Das sind meine tickets. Это наши билеты. Это das sind наши, unsere билеты. Tickets. Das sind unsere tickets. Отлично, повторим. Das ist mein ticket. Das sind meine tickets. Das sind unsere tickets. Друзья мои, отлично.
Переходим теперь к практике.